Все произошло около 10 часов утра. Со стороны Минусинского Бакан под управлением женщин двигалось два автомобиля – Toyota Plus и Mitsubishi Pajero. По какой-то причине инспекторы ее сейчас устанавливают, обоих дам вынесло на встречку. Первая ударяется семерка с плацем. Семерку отбрасывает на Mitsubishi. В свою же очередь сзади Орион, чтобы не влететь, пытается уйти. Влево задевает семерку. Семерка сталкивается с Mitsubishi. Семерку откидывает на Леона. В конечном итоге 6 автомобилей раскидало по всему мосту. Они практически полностью перекрыли проезжую часть. Пробка растянулась почти на километр. И только ближе к обеду битые машины увезли, и дорожное движение было восстановлено. В результате ДТП пострадала водитель Toyota Plus. Девушка госпитализирована с сотрясением головы и ушибом шейного отдела позвоночника. По факту дорожно-транспортного происшествия будет проводиться административное расследование, взяты объяснения с участников дорожно-транспортного происшествия. В случае необходимости проведены экспертизы, по результатам которого и будет определен виновник данного дорожно-транспортного происшествия.